Географический диктант у карты Родины написали 74 ученика. Победители школьного тура акции собрались в лицее номер 1 и отвечали на вопросы онлайн. Пока подводятся итоги диктанта. География среди выпускников школ не самый популярный предмет для выбора на ЕГЭ, но от этого предмет не становится менее любопытным. Это возможность узнать, чем живет планета Земля. География, я считаю, один из важных предметов, который развивает человека, делает его более добрым, терпимым, открытым, лояльным к тем людям, традициям, странам, которые, возможно, нам не знакомы.